Самые известные и популярные разновидности дельфинов – это дельфины-афалины, которых мы сейчас, кстати, видим в нашем бассейне. При упоминании дельфина с большей вероятностью человек представит себе именно этот вид. Отчасти своей популярности афалины, как я уже ранее говорил, обязаны многочисленными упоминаниями в литературе и кинематографе, а также необыкновенной способностью к обучению. По уровню интеллекта дельфины занимают второе место, выше только человек. Запас слов у дельфинов также достаточно велик, и они могут передавать друг другу даже самую сложную информацию. Объем информации, который способны передавать дельфины, поведенческие особенности, чрезвычайная понятливость и легкость обучения, говорит о высокой степени их умственного развития. Существует даже вполне научное предположение, что дельфин умеет читать человеческие мысли, находясь от нас на большом расстоянии. Они прекрасно различают оттенки цветов, размеры и геометрические формы. Некоторые из них даже умеют рисовать, держать кисточку во рту, и мы сегодня с вами увидим, как наши замечательные художники будут рисовать прекрасный морской пейзаж. Подвижные и любопытные дельфины всегда стремятся к познанию всего нового и необычного. Дельфины поистине удивительное создание природы.